Почти 1500 нефтьюганцев привились против коронавируса параллельно с другими делами. Мобильный пункт вакцинации в мае открыли прямо в МФЦ. Оказалось удобно. Пока ждешь свою очередь по талону, можно спокойно заполнить анкету и получить прививку. Конечно, для оформления нужен паспорт, а также номера медицинского полиса и СНИЛС. Но, как правило, у посетителей многофункциональных центров документы с собой имеются. Добавлю, что на таком пункте, в отличие от уличных мобильных, расположенных в автомобилях, можно получить и второй компонент прививки. Как отмечают медики, в первые дни после открытия воспользоваться их услугами горожане не слишком спешили. А сейчас спрос заметно вырос. Единичные случаи вакцинации были. Начинали мы с 2 человек, с 5 человек, с 10 человек. Но на сегодняшний день это ежедневно порядка 30-40, а иногда даже более 40 человек вакцинируются в пункте вакцинации. Приходя в МФЦ по своим делам, для получения каких-либо документов, параллельно, не стоя в очереди в поликлинике, не заходя в поликлинику, соответственно, пройти вакцинацию здесь, на базе в МФЦ. Тем более процедура вакцинации, она ничем не отличается от той, которую мы проводим на базе поликлинических учреждений.